31 июля Казанский федеральный университет посетила делегация Кукминского университета Южной Кореи. Ректор КФУ Ильшат Гафуров уверен в возможности процветания такого сотрудничества. Сейчас совместная работа идет в области филологии, изучения корейского языка и культуры русского языка. Также ежегодно осуществляется обмен студентами на семестровое обучение. Соответственно, они изучают русскую культуру и русский язык в Казанском федеральном университете. А наши студенты проходят обучение в Кукминском вузе. Целью визита было рассмотрение сотрудничества в естественных областях. Данный визит является визитом ректора университета Кукминского, чтобы посмотреть наши возможности. Ну, насколько вот понял, первый день его очень впечатлил. Действительно, они не ожидали увидеть такое количество оборудования, такие хорошие лаборатории у нас. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универньюз.